Орки. Здорово, бля. Шо, как спалось? Да так. Посменка, но нормально. Нормально. Шо, перекусили? Да. Чаек давали вам сегодня? Да. Все нормально. Даже медицину выдали, обработать раны, все. Медицину выдали? Да. Ну вот видите, блядь. А сука, закурить, а? Закурить? Да. Конечно, есть, пацаны. Кэмела вам синего дам, блядь. Курите Кэмела? Ну все. Даже приму. Даже приму. Блядь, я с вас охуеваю, мужики, если честно. Да мы два дня в окопе сидели, вот это Эльдар. Ни капли воды, ничего. Ни капли воды, ни пировизии, ничего, оружия нету, поломанные. Короче, все. Держите вам подгон от ЗСУ, блядь. Спасибо. Блять, как вы собирались, сука, против ЗСУ воевать? Я хуй. На вас смотри, блядь, страшно. Закинули просто и повезли, и забыли вообще. Мясо, ёпта. Пиздец, блядь. У нас, как договаривались, как? Мы едем окопы там копаем, это, двухсотых вынимаем это. Ну и как это? Эвакуация, как это, санитары, ёпта. А в концовке нас сюда привезли, вот вообще сказали, вот. Мы даже не стали не стрелять, ничего просто. Просто сидели в окопах. Да. Ночью дежурили, а днем спали. А Вагнер отходили куда? Это вы не вагнеровцы? Нет. Мы Министерство обороны. Министерство обороны нас наняли, как санитар. Министерство обороны. А это всех военники, которые мы сдали. Там Министерство обороны. У нас у каждого ранения уже сколько там? Послужим, потаскаем этих 200, 9 дней, там, неделю. И опять на санчасть. Подлечат, опять сюда кидают. Ну вы, блядь, охуели с ЗСУ. Сильная армия. Ваша? Да. Вообще. Особенно артиллерия у вас работает вообще на пятерку с плюсом. Ну вот видите, блядь. Ой, блядь, это пизда, пацаны. Я хуею, блядь. Вы могли нас просто в пух и прах просто раздолбить, а ложили рядышком. Просто ложили рядышком, жалели. Нас там похоронили. Могли сравнять, если вы жалели и положили рядышком. Просто вы без командиров нарушили планы, то, что нас взяли в плен. Сейчас они там бегают, крутятся. Они думали, что вы нас действительно убьете.